До начала важнейшего политического события страны остаются считанные часы. Уже сегодня делегаты Всебелорусского народного собрания встречаются в столице. Бобруйск, напомним, представляют 45 избранников. Это люди разных профессий, возрастов и социальных групп. Объединяет их желание внести свой вклад в развитие и благополучие Беларуси. С нами едет не только город Бобруйск, но и Бобруйский район, Кировский район, Осиповичский район. Это все наши делегаты, которые избраны, и уверен, они будут представлять интересы бобруйской стороны, так называемой. Все едут с хорошим настроением, с чистым сердцем, с душой. Уверен, что именно Всебелорусское народное собрание ответит на многие вопросы, которые сегодня интересуют наших жителей и делегатов Всебелорусского народного собрания. И уверен, что каждый из них потом донесет именно вот эту частичку этого Всебелорусского народного собрания в свои трудовые коллективы. В Минск, напомним, едут представители всех регионов по 310 человек. Областное объединение профсоюзов представляет Наталья Засимкова. Сохранить социальную направленность Конституции и политики государства в целом, убеждена делегат, сейчас главная задача. К слову, инициатива подписываться под открытым коллективным письмом против экономических санкций Евросоюза в отношении белорусских предприятий принадлежит именно Федерации профсоюзов. На местах идею поддержали. В Бобруйске собрали свыше 24 тысяч автографов горожан. Мне посчастливилось принимать участие в 8-м съезде Федерации профсоюзов Беларуси с участием главы государства. В мероприятии такого формата, как Всебелорусское народное собрание, я буду принимать участие впервые. Конечно, для меня это очень значимое и ответственное событие в моей жизни. Меня, как председателя Бобруйского городского объединения профсоюзов, конечно, волнуют вопросы развития промышленной сферы, привлечения инвестиций, развитие рынка труда, рост доходов нашего населения. 5 месяцев делегаты активно принимали участие в диалоговых площадках. Здесь они обращали внимание на самые острые и актуальные вопросы в современной жизни страны. Услышан был каждый. Наступает время озвучить все, что волнует белорусский народ. Каждый из бобруйчан, из белорусов мог высказать свое отношение по любым политическим вопросам, которые были злободневны последние полгода. И все делегаты Всебелорусского собрания, в частности, делегаты от города Бобруйска, они участвовали во всех этих диалоговых площадках. И вопросов много, разных, по разным направлениям, по образованию, по социально-экономическому развитию города Бобруйска. Настроение, безусловно, праздничное, потому что завтра Всебелорусское собрание – это для всей Белоруссии праздник, потому что долгожданное мероприятие, связанное с утверждением прогнозов социально-экономического развития и решение тех глобальных задач, которые стоят для Белоруссии, будут решаться именно на Всебелорусском собрании. Поэтому, безусловно, это для всех белорусов и для меня, как делегата Всебелорусского народного собрания, это праздник. Какими будут предстоящие 5 лет? 2 дня делегаты будут обсуждать направление социально-экономического и общественно-политического развития страны. Настроение, конечно, у нас замечательное, несмотря на то, что сегодня морозная погода, но мы все настроены очень позитивно. Конечно, чувствуется волнение, потому что это собрание, на которое вся наша республика возлагает огромные надежды. На часах 15:00. Все рассаживаются по местам, 3 автобуса направляются в сторону Минской. Впереди долгая дорога, 150 километров пути. Будет время и познакомиться, и обсудить программу форума. На выезде из города возле Кургана Славы делегатов встречают неравнодушные к жизни страны жители Бобруйского района. Так патриоты желают народным избранникам счастливого пути. Но Всебелорусское собрание проходит раз в 5 лет и станет уже 6-м в истории суверенной Беларуси. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск 360.